Бонни, как всегда, самая первая за подарком. Ты ж не с той стороны открываешь. Она уже прочитала это. Что это? Ой, такой холодненький. Ой, такие щечки мои холодненькие. А платформа у Ксюши выше. Да, чтобы тебе так хватило, в принципе. Там две толстовочки, три толстовочки и пару штанишек, и все. Ребята, всем привет! Сегодня у нас уже 10-й день. Мы недавно... 10-й был? Да. И мы только что пришли из школы. Сейчас будем кушать. То есть мама еще готовит. Почти приготовила. Чуть-чуть осталось. И будем открывать. Давайте, да. Открывайте, пойдемте. Давай. Я забыла заправить постель. Да ладно. Когда ты не забываешь? Сегодня не успела Маргарита. Девчонки хотели открыть утром. Но так как они немножко проспали, то есть я проспала. Ну, не проспали, я просто... Да. Открывай! Бонни, как всегда, самая первая за подарком. Ждет. Все, наверное, надеется, что это ей. Это помада. Это Carmex. Мы в Манру нашли. Где? В Манру очень близко. Там, где ты знаешь, что это? Это помада. Ксюша говорила, что ты очень сильно бальзам. Хочешь это. Да. Она сказала, что... То есть это Витко Гэль. Ну. И да. Чё? Прикольно? Это бальзам. Бальзам для губ. Сейчас же я это... Холодно и... О, да, у меня губы трясутся. Это Витко Гэль. Ты что, у нас виска грю? Ванилька пахнет. Ой, как вкусно пахнет. Вкусненько. Да, ну хей. Ну давай, открывай, Ксюнь. Это сказки русские, народные, чтобы ты читала. Она говорила, что ей это нравится. Ну это сказки. Книжка со сказками. Ты же любишь сказки читать? Какая твоя любимая сказка? Моя это про Машу. Про Машу? А, мы угадали! О, мы угадали! Обалдеть! Обалдеть! Слышите, что это? Ты ж не с той стороны открываешь. Она уже прочитала это. Что это? Да, про Машу. А моё? Это такой альбомчик. Это самая первая книжка у них. Это блогеры. Шпрингенальный. Немецкие блогеры в Германии. И у них есть свои вот такие вот альбомчики там разные. Там очень-очень... Здесь сколько здесь вопросов? Здесь вопросы, в общем. Здесь нужно Ксюне... 1033 вопроса. Фраг Тихман. И здесь нужно заполнять, в общем. Здесь что есть? Вот. Самый красивый подарок, который у тебя был? Самый красивый подарок, который у нее был. Ну, в общем, здесь вопросы. Вопросы. Будешь отвечать, писать, заполнять. Нравится? Книжек. Это, наверное, вторая. Да, когда мы туда зашли, блин, там очень много таких было. Ты с собой берешь, что ли? Ты уже что-нибудь написала? Нет. Что у меня красиво это... Надо ручками красиво написать, да? Немножко. Давайте. Carmex. Черепок. У вас же две были такие. С черепами. А это твоя. Ладно, давайте. До трех? До четырех. Ай, Бонька, заходи домой. Заходи, Боня. Давай, пока-пока. Пока-пока. Гудбай. Давай, Бонни, заходи. Бонни. Бонни, тебе нельзя. Нельзя тебе. Давай посмотрим, что там в коробочке. По-моему, мне кажется, это одна пара приехала. Да-да-да. Да-да-да. Они приехали отдельно. Да.
Как на твои похожи, только красные шнурки. Можно мне попробовать? Можно попробовать. Так какой-то размер? По-моему, 37. А, нет, это 38. Я купила, в общем, ребят, я взяла Маргарите вот такие вот 37 и 38, чтобы она померила и посмотрела, какие лучше. У меня лучше. Вот тут. Да? А что ты хочешь сказать, что они ей как раз будут? Не знаю. 38 размер. А у тебя тоже замочек есть? Да. Тоже замочек есть? Красные шнурочки. Хеллоу. Ой, такой холодненький. Ой, такие щечки мои холодненькие. Тра-та-та-та-та-та-та. Что ты такая уставшая? Что случилось? Ты устала от школы? Да? Тебя замучили? Бедный ребенок. Приходит, учится до 12, потом приходит, еще учится до 4. Кошмар вообще. Тебе ботинки пришли, Маргарита? Красные. Только одна пара приехала, а другие пары и завтра, наверное, приедут. Посмотри, он тебе уже достал. Макс, ну ты шустрый. Давай померяй, это 38 размер. Тяну, и потом будет совсем нормально. Ну, пальчик не упирается? Нет, еще нет. А, ну замечательно тогда. Удобнее? Да. Ну, это вот как у меня на роликах. Да. Ага, точно, смотри, как на роликах. Как будто я ролики одеваю. Угу. Ну, шнурки. Боже, ничего, боже, что красные? Нормально? Нет. Боже. Да. Ну все, замечательно. Теперь будете с Ксюшей одинаковые. Почти. А у меня они. Угу, у тебя более вытянутый немножко носочек. Да. Но они такие же. У тебя чуть-чуть повыше. Чуть-чуть, да, повыше. Ну это хорошо, что. А платформа у Ксюши выше. Ну ладно, я это. Ничего страшного. Ну все, тогда снимай. Твои теперь. Еще придут завтра другие зимние. Да. Это такие сейчас ходить, когда дождик, снега нет. А завтра покажу другие. А эти завтра тоже твои придут. Да. В общем, я купила, ребят, 3 пары одинаковых для нас. Для Маргариты, для Ксюши и для меня. Одинаковая пара. Такие милитаристские. Да, цвет хаки. Ты Ксюше купила 37, да? Да, Ксюше я взяла 37, тебе 38, мне 39. Скоро мои будете носить башмаки. Да растешь. Вот еще на следующий год, мне кажется, ты уже будешь 39 носить. Продолжаем собирать коробки. Что, надоело? Да. Мне тоже надоело. Ты представь себе, нам нужно их собрать, а потом нам нужно их разобрать. Но разбирать, наверное, будет приятнее, да? Когда уже на новом месте, и ты будешь разбирать. Давай побыстрее все сделаем, побыстрее уедем. Побыстрее уехать не сможем, потому что все равно надо, до субботы надо ждать. Фрэнк раньше сказала, что для 2 дня это хватит. Что, 2 дня поменять квартиру? Ну, не знаю. Мне просто очень много... Про Люцерн? Нет, про... Люцерн! Как там, древние люди? Древних людей. Ты видела клип у Билли Айлиш новый? No. Как это нет? Деву Бруни Харрис. У нее там уже не зеленые волосы, это новый. 4 дня назад. Уже. Да. Видела, нет? Видела. И что, как тебе? Он такой некрасивый. Ну, мне что-то, я не знаю. Скорее всего, просто она некрасивая. Тебе больше нравится черно-зеленая? Да. Зовут. Учитель не называется, учителя зовут. Он называется. Как называется твой учитель? Твоего учителя как зовут? Ну, как называется, на человека не говорят. Называется предмет. А не человек. Как говорит, называется учитель. Называется учитель вообще. Знаешь, как я раньше учила? Я не знаю почему, но когда я была маленькая, когда нам задавали в школе, ну, где-то как ты, я была, нам задавали стихи учить. Ты знаешь, где я учила? В туалете. Ну, во-первых, это маленькое помещение. Ну, как бы, не знаю, вот я чувствовала, когда я нахожусь в маленьком помещении, значит, информация, она никуда не улетучивается, она вот... Я сижу и сидела, например, читала стих, да, в туалете. Во-первых, маленькое помещение, во-вторых, тишина, никто тебе не мешает. Ты сидишь.
читаешь и учишь. Не знаю, у меня срабатывало. И я очень быстро учила стихи и получала пятерки. Давай, пока. Удачи. Ай, Ксюша. А ты давай тоже учи, иди. В Тетрис играть. Нельзя. Я уже столько лет в Тетрис не играла. Дай мне понять. Сложно Тетрис. У меня раньше был Тетрис, только другой. Смотри, как сложно. Это какой-то не Тетрис. Да, это Тетрис. А, да, точно. Ну, это какой-то не такой. Испугала? Так, все, собираем вещи. Смотри, оставляй несколько штанишек и несколько толстовочек. Тебе хватит. Да. Поместится в эту коробку? Должно поместиться. Аккуратно складывай и поместится. Да, чтобы тебе так хватило, в принципе. Там две толстовочки, три толстовочки и пару штанишек, и все. Это мне оставить? Этого мне оставить? Нет, зачем? Убирай все. Оставляй то, что в том, в чем ты будешь дома, например, спать, в пижамку и это... Что-то на среду, четверг, пятницу. Завтра среда, да? Среда, четверг, пятница, на три дня. Хаустири, твой последний же, твой, твое первое животное. Нет. Кошечка? Нет. Но она жила. Нет, это мое животное первое, твое, лично твое. Кролик, мое? Кролик напиши. Ну я даже написала. Ну кролика потом зовут. Ты Бакс, кто по, как можно понять, что такое Бакс? Ты же должна животное написать. Кролик. И можно написать, как зовут. Будет новый, потому что этот шкаф уже, вон весь. Ну, качество очень плохое, стенка отошла уже вся. У Ксюшки полка вообще слетела, упала. Вот эти вот штучки, они очень слабые. И чуть-чуть перевес, и все, это все ломается. Я закончила штанами. Где твои коробки? Подписывай, где вот эта Ксюшина? Вот эти вот две мои. Мама, А с вешалок сняли? Да, я все сюда повесила. Мама, сюда еще Максима вещи поместится. И тут Карина. Да? А, ну хорошо. А вот этот уже можно заклеивать. Окей. Тогда заклеивай и пиши, чьи вещи, чтобы потом не искать. Мам, так. Скотч, да, вот. Я просто ручку. Вот скотч. Мам. Ну, хорошо. Ну, пойдет. Ничего страшного. Так, а где маркер? Мелок. Мелок вон там открой, полочку. Да. Мелком напиши, потому что я не знаю, где маркер. Кто-то взял, куда-то положил. Ладно, давайте. Мама. Не знаю. Ты пока еще ничего не пиши, потому что ты еще не заклеила скотчем. Если завтра утром я не просплю, как сегодня. Ты прям так хочешь, чтобы она открыла этот подарочек? Ну, туда поставь. Так, люблю. Она не знает, что это такое. Мы когда покупали, она это не видела. Когда мы проходили в Монор, ты это не видела. Так что ты не знаешь даже, что это такое. Окей. Ладно, все, ложимся. Бонька! Бонька! Боня, твое место внизу. Твое место внизу. Не рычи на меня. Бонни, фу. Баба на свою игрушечку. Бонни. Игрушечку твою. Ладно, все, давайте, пошла я укладывать Макса и Каролину. Мою уточку. Спокойной ночи, пока, ребят, до завтра. Пока, до завтра. До завтра. До завтра, друзья. Пока, Ксюша. Пока. Просто. Так, все, спокойной ночи. Пока-пока.